В Казахстане стартовала республиканская военно-патриотическая спартакиада «Кайсар». Спортивное событие приурочено ко Дню защитника Отечества, который ежегодно празднуется 7 мая. Так северный регион не остался в стороне. Воспитанники ряда школ области приняли участие в мероприятии. Открытие спартакиады состоялось на стадионе «Карасай». Соревнования пройдут по двум видам спорта – бег на выносливость и плавание на дистанцию. Участие принимают учащиеся среднего звена 15-16 лет. По словам председателя филиала молодежного крыла «Жасултан» Биржана Худайбергенова, мероприятие нацелено на воспитание патриотического духа, любви к родине и своему народу. Команды, то есть школы нашего города, так как первый год у нас очень мало команд, но этот проект нацелен на ежегодное планирование. Но на следующий год мы планируем охватить все больше и больше команд по всей области. По итогам, получается, отборочного тура у нас одна команда с нашей области поедет в республику, в город Нур-Султан, где будет финальная стадия, республиканский турнир.